Праздничный концерт начался с выступления народного коллектива «Хор русской песни», который исполнил композицию «Горька моя родина». Произведение, пронизанное бесконечной любовью к России и гордостью за свое отечество, исполненное с высочайшим профессиональным мастерством, вызвало в зале бурю аплодисментов. В праздничной программе приняли участие воспитанники образцовых хореографических коллективов Красковского культурного центра «Волшебная страна» и «Джем». Их исполнительскому мастерству может позавидовать любой танцевальный коллектив. Упорный труд юных артистов, вдохновение педагогов – это то, что позволяет коллективам выступать на самом высоком уровне. Для детей каждый концерт на сцене это или на площадке – это самый ответственный момент. И детям мы всегда говорим, что выступаем последний раз в жизни. Так выложиться нужно, так показать энергетику, красоту номера, чтобы зрителям было приятно. С большой теплотой зрители приняли выступление нашего известного певца Александра Чайки. Как всегда, были неподражаемы участники вокального ансамбля «Нотка». Концерт очень понравился. Мы патриоты своего края, патриоты нашего Краскова. И с удовольствием ходим сюда на концерты, в этот дворец культуры прекрасный Красковский. Мы пришли вот с друзьями, с подругами. А вы знаете, действительно замечательный праздник, вот День народного единства. И он сплотил буквально всех жителей нашего городского поселения Краскова. От мала до велика. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это – наше родное отечество. А вместе мы – один единый народ, который уверен, что нужно жить в крепкой, сплоченной семье и бережно относиться к России. О чем еще раз напомнил прошедший праздник. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.